Степа, расскажите, ты любишь деньги? Не начинай. Я не готова. Короче, Подожди, не так обойтись можно. ну что, не начинай, расскажи, ты любишь деньги? Я не обожаю деньги. Почему? Они такие красивые. Почему, сыночек? Вот эти тюльки красивые. Какие твои самые любимые купюры? Самые любимые, я их сейчас достаю. Вот. Какие любимые. Всякие разные, да? Таня, ты у меня купюру гривню зачем взяла? Я ничего у тебя не забирала. Это моя гривня была. Хорошо. Я тебе еще подарю, сыночек. Вот и 20 гривен. Молодец. Я рада, что ты любишь деньги, сынок. Спасибо, Танюша. Скажи немножко про свои коллекции. Я ищу Псков. Пожалуйста, найдите. Так, еще что? А вот ту покажи большую красную папку. Там у нас еще чуть-чуть, мы только начали собирать. Не надо, там ничего не интересно. Ну там просто у нас такие монеты. Мы ничего так... не интересно. Ну просто дай покажу, что вот они такие листовые. Разные-разные монеты мы начали собирать только, да? С тобой. Nee. Вот. А какая у тебя новая, последняя, красивая купюра? Да, у нас... Я ее буду хранить. Ой, не надо так, сыночек. Любовь надо все-таки свою контролировать. Во, ракета взлетает за 2000 минут. Понятно. Короче, все пока. Я, мы уже все сняли. Давай, короче. Очень красиво. Ты готов фотографироваться? Да. Ну давай, позируем. Красивые фото делает. Цветы нужно?